Парк Малевича – один из самых современных и креативных парков Подмосковья. А в скором времени ко всем его достоинствам добавится комплекс искусственных прудов и водопадов каскадного вида. Это объект биосферы, будет привлекать большой приток флоры и фауны. Соответственно, здесь будет свой микроклимат из-за того, что тут такое большое образуется водное зеркало с перепадами и с перетоками. Соответственно, конечно, требует очень вдумчивого подхода и долгосрочной эксплуатации. Инженерно объект очень непростой, пояснил парламентарий. Это серьезное вмешательство в естественный природный ландшафт. Необходимо предвидеть все биологические изменения. После завершения работ водный комплекс должен стать местом притяжения отдыхающих. Я уверен, что это в будущем, когда закончится этот проект, когда будет реализован будет в следующем году, он, наверное, станет один из самых таких интересных точек притяжения во всей Московской области и Москвы, потому что таких масштабных работ с водой, с водяными парками, то есть я, честно говоря, не припомню. Это действительно очень амбициозно, очень интересно. До конца этого года планируется закончить формирование прудов и провести тестовый запуск воды. Среди ручьев и каскадных водоемов будут проложены дорожки и обустроены смотровые площадки. В 2022 году все работы должны быть завершены. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».